люблю свой детский сад. В нем полным-полно ребят. Раз, два, три, четыре, пять. Жаль, что всех не сосчитать. Мамадышский детсад номер 5 построили по программе «Беликеш». И долго не думая, так же его и назвали. Правда, к остальному подошли с фантазией, что в планировке, что в методах воспитания. Гордость садика – класс по изучению ПДД. Здесь дети не только учат правила дорожного движения, но и пытаются их соблюдать. Дал садик «Беликеш» городу 140 мест. Кстати, такое же число, только уже квартир сегодня в Мамадыше вручили их хозяевам. В двух новых пятиэтажках будут жить молодые семьи, переселенцы из ветхого жилья и, конечно, ветераны. На этом мамадышцы не останавливаются. Скоро планируют построить еще больше десятка таких домов. В 2012 году где-то 8 домов сдадим, вот, а остальные 4 дома, наверное, будут в начале первого квартала 2013 года. Вот, и эту программу, я думаю, мы успешно завершим. В ближайшее время здесь построят еще одну школу, а в перспективе еще и новый спорткомплекс с бассейном. Не забывают в городе и о благоустройстве. Говоря языком штампов, Мамадыш раскинулся на живописнейшем берегу реки Вятка. Кстати, в этом году у него появилась и своя набережная. Ее построили в честь юбилея города. Она выполняет две функции. Первая – это укрепление береговых линий, вторая – чисто социальная. Летом это любимое место отдыха многих горожан. Для этого здесь есть все. И прекрасные виды, и поющие фонтаны. Набережную Фарид Мухаммедшин тоже посетил. Глава республиканского парламента заметил, городу есть куда развиваться. И Мамадыш на достигнутом не останавливается. Мамадышцы преуспели во многом, поскольку инициативные главы здесь всегда были. Они ставили перед республикой эти проблемы и получали поддержку. И люди это по-доброму оценивают. До коммунизма еще далеко, резервы тут большие, но работают в правильном направлении. Продолжить славные управленческие традиции выпал шанс Ильнару Хафизову. Главой исполкома района в 27 лет избирают не каждого. Однако депутаты райсовета проголосовали единогласно, а значит, он того достоин. Роман Королев, Рамзиль Гарипов, телеканал «Татарстан. Новый век», Мамадышский район.